что, коллеги, достаю уточку, которую подарила мне жена в машину, и первая ее распечаточка. Чик, чик, достаем все, что в нем есть. Уточка. Двусторонний скотч. Плохой, кстати, скотч. Вентилятор. Пропеллер, как говорится. Так, и самое основное. Очки и цепочка. И шлем. Ту-ду-ду-ду. Восьмой. И тут остальные запчасти крепления. И к нему то, что внутри идет, внутренность, которая моргает. Механизм. Собираем уточку. То, что мне подарила жена. Так, первым делом болтик и шлем берем. Вставляем ему в шлем болтик. Вот он. Потому что потом нужно прикрутить будет вентилятор. И можно прикрутить его сразу. Без разницы. Вот. Опа. Опа, есть. Вентилятор есть на месте. Одеваем шлем. Опа. Хопачки. Ха-ха. Ха-ха. Вот он. Вот он наш. Голова. Два уха. А посреди них власти, говорит. И сейчас надо застегнуть его будет. Все, примерили ему шлем. Забыли за цепуру. Это аж обязательная цепура. Вы что? Ага, и очки. И очки. Здесь вот специальная для очков. Вот. Такой вот есть. Двусторонний скотч. Опа. Опа. Скотч только не сильно хороший, но пойдет. Хопачки. Огонь. Очечки одели пучком. Теперь шлемчик, на котором сидит уже вентилятор. Упала. Опа. И где ты там? Есть. 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 Годится. Годится. Теперь вытягиваем. Механизм, который я говорил, видите? Теперь как он светится. Может в таком положении, может в таком, может не в таком. И вставляем его вот сюда. Выставляем почему вот так, чтобы когда вы пнули к панели его, чтобы вы могли нажимать на уточку тут сверху, и он будет у вас работать. Чик, он, видите, он уже сработал. Ах ты ж падла, засовываться не хочет, а? Засунем. Без проблем. Он залезть должен сюда. 100%. Хоп-хоп-хоп. Все. Так, успокоимся. Есть. И вот. Слышите? Это звучать. Опа. И вот. Так вот собирается удочка. Готово. Готово, готово. И застегнем ему шлем. Потому что теперь мы будем летать вместе с ним. Ха-ха. Цепура на месте. Шлем на месте. Очки на месте. Вот такая вот буровая. Вот так вот светится моя уточка ночью. Вот. Хоп. Вот такое есть положение. Видите? Просто светится. Вот есть такое положение. Такое. Вух. Такое. И никакое. Хопа. Хопа. Хопачок такой. Да? Прикольная. И есть еще дискотека, называется. Это дискотека, дискотека века. Теперь у Димончика будет такая вот дискотека. Дискотека это века. Пойдет, а, ребята, зачет? Так стал себе, замутил такой уютик себе, да, дискотека. Ну что, ребята, спасибо всем, кто смотрел мой ролик. На этом я его заканчиваю. Вот такая у меня дискотека остается. Теперь она будет ездить со мной. Спасибо всем, кто смотрел. Лайк, подписочка. Все, пока-пока.